Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за понедельник, 13 июля 2020 года, на нашем канале. Итак, поехали! Первая новость сегодня. Modern Expo оборудовала магазин в польском Познане. С мультинациональным ритейл-гигантом Carrefour Modern Expo объединяют 13 лет тесного сотрудничества. За это время реализовали проекты в Польше, Румынии, Франции, Бельгии и других уголках мира. Магазин в Познане стал первым супермаркетом в общем форматном портфолио Modern Expo и Carrefour. До этого на польском рынке компании сотрудничали только в форматах гипермаркетов. С 2017 года торговые стеллажи и кассовые боксы от Modern Expo поставляются во все гипермаркеты Carrefour. Для торгового пространства площадью 1500 квадратных метров в компании изготовили 6 тандемных кассовых боксов с двойными местами для обслуживания, полную комплектацию стеллажных систем для зоны напитков, косметики и биопродуктов. Все оборудование произведено в сером цвете в соответствии с обновленным фирменным стилем Carrefour. Элегантности пространству в биозоне добавили стеллажи из дерева и металла. Акцентный свет удачно соединился с архитектурой оборудования, подчеркнув изящество форм. Биозона превратилась в атмосферное место, в котором покупателям легко и приятно делать здоровый выбор. Команда Modern Expo также самостоятельно реализовала доставку и монтаж оборудования. Вторая новость сегодня. X5 Retail Group построит крупный склад в московском регионе. Компания Smart Development Group построит для X5 Retail Group крупный складской комплекс на Новорижском шоссе. Стороны подписали соглашение об аренде 85 тысяч квадратных метров в логистическом парке Новая Рига. Условия сделки между X5 Retail Group и Smart Development Group не раскрываются. X5 Retail Group – ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», недавно объявила о начале операционной деятельности в Калининградской области. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу.